момент возможны даже прикосновения. Ну, если это люди одного пола, это возможно. И бывает так, что человек, например, не было никогда близких отношений с матерью. И терапевт может выступать в роли матери, клиенту. Каким ты себя видишь, ощущаешь? Вот мы делали упражнения вчера с Наташей на ее мастер-классе. Мы возвращались и должны были увидеть себя в каком-то возрасте, сколько лет. И терапевт оказывается в этом месте вместе с клиентом и переживает те чувства, которые возникают в этот момент. В этот момент он может быть ему той же самой матерью или тем человеком, который в тот момент рядом с ним не оказался. Если использовать духовную практику в этот момент, мы можем приглашать Иисуса Христа в это место, где человек видит себя маленькой девочкой, оставленной, брошенной. Если вы будете читать книги Мюррей, когда она описывает, она в своей терапии возвращалась к этим моментам, то в эти моменты рядом с ней находился Иисус, который приносил ей утешение, который с ней разговаривал, который ей говорил, что ты другая, ты ценная для меня. Ты ценна для своей семьи, для твоих друзей. Возвращал чувство полноценности, исцеляя самооценку человека. Поэтому это очень важный момент, и он может занять консультирование в терапии достаточно длительное время. Столько, сколько нужно будет клиенту. Иногда клиенты спрашивают, а сколько я еще буду плакать? Потому что такое огромное море боли внутри человека находится. Вот он должен его выплакать, вот оно должно его оставить, нужно выйти за его пределы. И тогда, когда человек может об этом говорить спокойно, мы видим, что он этими эмоциями не давится. То есть чувствительный терапевт или консультант, он понимает, он способен эти вещи увидеть, что да, человек стал останавливаться, боль его больше не беспокоит. Потому что мы смотрим, мы слушаем, как человек говорит о травматирующих событиях. Мы должны быть очень внимательны к словам, мы должны очень быть внимательны к мимике, к чувствам, к обозначениям, как интерпретирует это. И мы можем сказать уже по его поведению, человек все еще, эта боль, она живет внутри или она уже начата сторон. И ну, там библейские примеры, я о них уже вам сказала.